Всем привет, с вами снова Atlantis 3570, и сегодня вашему вниманию предоставляется распаковка очередной моей покупочки, очередной моей игрушечки для Xbox One. Это Halo 5 Guardians, как я, по-моему, уже говорил, что я эту игрушку хочу в нее поиграть. Это, можно сказать, единственная игрушка, которую я не смотрел на Ютубе полноценно, не проходил ее, скажем так, на Ютубе, как это модно говорить, среди Хейла имеется в виду. Посмотрел где-то, наверное, час от начала. Ну и все. Интересно стало в нее поиграть. Так что давайте скроем, посмотрим. Хлястиков у нас Xbox нету. Опять ее рвать пополам, да, как-нибудь, да. Так просто быстрее будет. О, надо же, здесь бумажка какая-то есть. Круто. В ларке не было. Вот, пожалуйста, вам экономия. У меня есть защита лесов. Всякие рекламные бумажки. А, ну, здорово, мне очередной Xbox Live Gold на 14 дней. С Xbox дали 14 дней. Это 14 дней. Интересно, можно их все будет активировать? То есть, если можно, то еще 28 дней бесплатно. Ну и рекламка. У нас геймпады плюс наушники. Так что у меня уже есть две бумажки по 14 дней. Ну и, конечно, сама игрулька. У нас тут, конечно, всем известный Спартанец 117 Мастер Чиф или Джон. И Спартанец хрен знает какого номера Лок, который будет охотиться типа за Мастером Чифом. Ну, посмотрим на их противостояние. Надеюсь, будет что-нибудь интересное. Хотя, по-моему, уже было слито все, я как знаю. Я не знаю, чем оно кончается, но я знаю, что не совсем он будет за ним охотиться. Ну ладно, спойлеры, да, я думаю, все уже давно. Тех, у кого есть, не тех, а те, у кого есть Xbox One, уже давно поиграли, а те, у кого нет, уже давно прошли это на Ютубе. Вот, зато как раз наконец-то смогу поиграть в мультиплеер на Xbox One. Так что вот так вот. Ну ладно, на этом все. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, вам понравилось. Так что, как всегда, подписывайтесь, комментируйте, ставьте пальцы вверх. Точно счастливо, пока и до встречи.